Итак, всем привет. В этом видео я расскажу, как правильно мыть машину. Казалось бы, занятие простое, но не все так просто, как кажется. Суть заключается помывки в чем? В том, что нужно изначально обильным количеством воды все пролить весь автомобиль, чтобы как можно больше песка, как можно больше, чтобы как можно больше песка смылось изначально. Почему это важно? Потому что если мы плохо промоем это все, то потом, когда мы будем мыть ее мочалкой, либо даже мочалкой шампунем будем мыть, вот, поцарапает нашу краску, даже не только лак, но и само покрытие лакокрасочное. Вот. Шампунь для чего используется? Для того, чтобы автомобильные шампуни, в них содержание, короче, пены очень много в них, когда мы смешиваем с водой, еще лучше смывается грязь и весь песок. Это очень важно. То есть изначально нужно очень хорошо промыть водой со шланги. Если на автомойках это делают просто под давлением водой, и таким образом песок прямо аж струя бьет, песок плюс струя, плюс песок, и этот песок царапает. Не совсем правильно на автомойках мыть машины. Также они там заливают воду в замки, в подкапотное пространство и везде, где нам не нужно. Наша протекает, бывает, вон между всеми отверстиями. Это не есть совсем хорошо. То есть изначально мы берем просто и очень хорошо смачиваем всю машину водой. Так, как мы видим, машина обильно уже облита водой. Очень хорошо уже там, где грязь, даже подсыхает на солнышке. И мы берем, выливаем шампунь грамм 100 и набираем ведро. И теперь мы будем все мочалкой промывать шампунем и сбрызгивать со шланги водой. Смотрите, далее, как мы машинку уже помыли, все, она у нас мокрая. Есть такая вот, у меня в такой колбе салфетка универсальная, как бы микрофибра. И вот, вот, собственно, она. В чем ее преимущество? Она хорошо впитывает воду. И когда мы ее выжимаем, мы всю машину проходим микрофиброй. Полностью все. И она у нас остается без разводов, без капель, без ничего. То есть после того, как помыли, всю машину проходим микрофиброй. Смотрите, также не забываем мыть резину и мыть диски. У меня есть вот такая щетка, она специально для этого была приобретена. И эта щетка, я прохожу резину саму и сами диски. Очень удобно и очень хорошо.